Жителям Канска предлагают оценить деятельность чиновников. Достигшие возраста 18 лет канцы могут принять участие в интернет-опросе, который стартовал 1 января и продлится до 31 декабря текущего года. Чтобы принять участие в интернет-опросе, оценка деятельности руководителей, достаточно иметь компьютер или гаджет, подключенный к сети интернет. Сделать это можно на официальном сайте администрации в разделе «Новости», либо на едином краевом портале. Итоги опроса будут подведены до 1 февраля 2019 года. По мнению авторов инициативы, опрос повысит результативность работы руководителей органов местного самоуправления и предприятий в сферах организации транспортного обслуживания, содержания автомобильных дорог, оказания жилищно-коммунальных услуг. Напомним, в 2016 году жители Канска посчитали деятельность местных чиновников неэффективной. В рейтинге, опубликованном тогда на официальном портале Красноярского края, Канск оказался на последнем месте из 16 городов региона. Хуже всего канцы оценили обеспечение качества дорог. Им довольны лишь 14% опрошенных. Лучше всего в нашем городе, по мнению респондентов, организовано электроснабжение. Им довольны почти 59% опрошенных.